упал камень такой, смотрите. Спасибо вам, ребятки, за построенную ГЭС. Братан, твой что ли? Ну а перед просмотром этого видео я вас попрошу подписаться и поставить лайк. Вам это не сложно, а мне очень приятно. С каждым человеком нас становится больше. Спасибо, дорогие. Так, ну ехавший со стороны Шушинского в сторону Майнской ГЭС упал камень какой, смотрите. Будьте аккуратней, вот он падал, видите? Вот одна выбоина. Вот он как падал, вот он. Повредил. Вот он приземлялся. И это все оттуда. И вот сюда прилетело. Опасность. Вообще. Хорошо, никого не было. Так что, ребятки, аккуратнее. Вот он прилетел куда? Вот сюда. Как шел. Вот у него яма. И вон она. И туда. Постоянно падает. Вот откололась от него часть, отлетела. Пойдемте посмотрим, как он летел, поломал. Вот он, ребятки. Сюда, оттуда шел. Через эти кусты и туда. Ну а мы что, ребятки, едем дальше. Путешествие наше продолжается. На Саяна Шушинскую ГЭС. Смотрите этот ролик до конца и не переключайтесь. В 2006 году была вот, где сейчас мужчина стоит, вот здесь, 2 метра 2, говорит, выше. То есть еще все, говорит, впереди ожидается. Thank you.
наоборот. Братан, твой, что ли? Что, пьешь, что ли? Точно. Братан, смотри, твой до сих пор висит замок. Спасибо вам, ребятки, за построенную ГЭС. Река Енисей волнуется, бушует. Ну а мы сейчас поедем туда и посмотрим, как же там.